Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить ленивые вареники с творогом. Итак, что нам для этого потребуется? Творог у меня 180 грамм, 5%. Сахар 1 столовая ложка, 1 яйцо, 4 столовые ложки муки и щепотка соли понадобится. Итак, приступим. Творог. Мы добавляем щепотку соли, сахар. И размешиваем. Далее разбиваем яйцо. Все перемешиваем. Далее потихоньку насыпаем муку и все тщательно размешиваем. Понемножку муки насыпаем. Далее берем доску. Доску немного присыпаем мукой. Выкладываем нашу творожную смесь на доску. Далее мы раскатываем колбаской. Вот так. Формируем тоненькую колбаску. Аккуратненько. Далее нашу колбаску нарезаем вот такими кусочками. Водичку немножко присаливаем, ставим на средний огонь и ждем, пока вода закипит. Далее выкладываем на кастрюльку наши вареники. Далее помешиваем, ждем, пока они всплывут. Итак, наши вареники всплыли. Варим ровно 3 минуты. Итак, 3 минуты прошли, наши вареники готовы. Выкладываем на тарелочку. Вот такие вкусные вареники у нас получились. Всем приятного аппетита! Пока!